Первая конфетка, которая у нас, это идет лимоновая. Любая лимоновая, у нас только лимоновая. Я сам ищу сами. Это конфетка вкус колы? Мне кажется. Нет, написано кола вкус колы. Давай. Вот. Вот такая она выглядит, когда ты смотришь. Да. Как типа бы шоколадная. Нет, как кексик. Или как шоколад. Головым ощущением. Кислый. Фу, не видно. Тем более, потом привкус кола. Сразу выглядит. Фу, мне это не понравилось. А тебе понравилось? Да, он же сам. Пока что, Тёмика, одно нравится, а у меня одно не нравится. Один ноль. Нет. Теперь мы идем к чоко бакалак. Бакалаке. Ну, как киндер. Ну, киндер, да. Вот. Выглядит как яйцо от киндера, но это чоко бакалаке такое. Ну да, это. Попробуй, можно смотри. Прикольно, да. Сейчас подожди. Ощущение есть. Ну, слишком сладко. Так, слишком сладкий. Следующий у нас идет. Давай корова. Вот такая кефа, коровка. Вот, каждый день не кушай меня. Не кушай меня. Вот. Да, корова? Уже хочет. Ну давай ешь. Напоминает что-то? Вот такая у нас вафелька, когда она. Напоминает сливки ленивки. Следующий у нас идет клубничный ментос. Вот такая упаковка. Если что, я не так уж и люблю эти конфеты. Вот. Такая маленькая-маленькая конфеточка. Папа. Аня, подождите. Я хоть таких стамок. Ой, чего? Жопа слипнется. По-моему, приболел. Раз, два, три. Такая мятно-сладкая. Не сильно сладкая, а мятно-сладкая. И не сильно, и не чуть-чуть. Так себе. Теперь у нас идет малфыш какой-то. Вот специальная там какая-то медуза свит. Вот такая упаковочка. Да меня потом. Давайте, мы найти не можете. Вот у тебя. А у Тёмика попалась такая. Желтая. Желтая. У Тёмика таких две, у меня такая одна. Попробуй. Всякий случай, обёртка есть. Какой? Я сейчас слишком встаньте. Не с орешками. О, Тёмика с орешками. Вот, а есть клима. Это Сникерс? Угу. На, попробуй. Я могу как Сникерс. На, попробуй. Так, и дальше. Ого, сейчас выбежит все. Быстрее. Дальше вот это у нас. Ну давай, что мы делаем? Я уже не знаю, что вы делаете, потому что я смотрю на это и думаю. О! Вот такая упаковочка. Это маленький, по-моему, шоколадный. А ну-ка. Оценю. Прикольно. Вот такие маленькие шоколадные. Ой! Ну-ка. Маленький шоколадный зайчик. Да, это шоколадный.
орнамента. Только это шикарно. Дальше у нас идет пицца. Пицца только у меня есть, потому что это я оставила после вечеринки. Дай мне кусочек. Сейчас я и тёмненько поделим. Вот такая типа будет. Пицка, пицка у нас такая идет. Красивая пицка. Тёма с тобой, по-моему, вытянем. Так. Я хочу. Вот. Я уже тоже выбрала. Зубы тоже. Да-да-да. Вот. Насчет пицца фадель или как то его надо... сделали. Не знаешь, что я даже какую? Ой, вот она. Да, вот такая у нас пицца идет. Кетчуп, огурчики, капуста. Угу, капуста. И чуть-чуть, я думаю, маслинок. Ну, а я смотри. Как иголочка какая-то, фу. Вкус как иголочка. Ой, фу. Правда, резиновая. Реально резиновый вкус. Это игрушка какая-то. Я больше вас не помню. Цукален гуми бетан пирот. Тоже не все. Все, ты меня надоел. Все, пошел. Вот, сам. Такая компьютер. Ну, давай теперь вот это. Это типа вот такая, как дезодорант. Только это надо так делать. И тут сладкая вот эта жидкость. Надо вот так. Облить чуть-чуть. Виноградный у меня. Ладно, да, я вот так надо делать, наверное. Да, так. Виноградный вкусно. Это я оставляю, это не свое. Давай теперь пойдем к чему-то большому. Вот это, например. Ну, не, это будет бесконечно. Давай, ну, вот эту золотую. Это у нас Мельбон. Мы такой маленький. Похоже на гау такую. Да, как или, в Египте. Как в Египте или такая снега. Ну, мы было это вообще сделали, по-моему, в Швейцар. Ну, помню, что сделали, по-моему, швед. Ого, так не знаю. Вкусно, а я не хочу так много. Очень сладкий. Угу. Большая сладкая. Так, да. Ну давай, Тёма уже показал, будем теперь пробовать на хот-доге. Честно, я сам не особо люблю мясные конфеты. Фу, я как обычно. Открывайся. Ну, с ума. Всё, я теперь такой пачку выхожу. Вот. Такой хот-дог есть у нас. 24 слоя. Кетчуп, майонез. А где сосиска? Да тут сосиски! Самый главный слой забыли. Тёма, они тут сосиску не положили. А где моя сосиска? А что это сосиска? Да какая сосиска? Мне нужна сосиска. Две сосиски, кетчуп и... Эти сосиски никогда не буду делать. Ну, в принципе, давайте попробуем. Зубами. Все, получить тебя раскусить. Именно, все давно надо было тебе сделать. Нет, раскусим. Да, нет. Не мешать. Это плодик, я сейчас оплатил. У тебя зубы еще не какали. Что это? Не трогай. Вообще думаю, может поделим одну модель? Давай. Да не важно. Я уже открыл. Надо было думать о том. У тебя тёмки. Мне классно. Вот хоть так похоже на ангел. Именно, но тут сосиски нету, ну вот видите, майонез есть, хлеб есть, ну, кетчуп есть. Ну где, где моя сосиска? Именно, давай попробуем, ну а смотри. Да, фу, тот же самый вкус, как у пиццы, это что, тот же самый фильм, что ли? Фу, даже нельзя пробовать. Ладно, давай теперь попробуем что-то пошире. Тоже говно. Ой, я не видела. Ну окей, вот дальше у нас идет типа вот такой дезодорантик. Это у нас это что у нас? У меня лаза булет. У тебя какой вкус? Это у нас тоже самый вкус. Давай, я тебе мешаю. Надо в шоколад. А у тебя упомянуть.
Раз, два, три. Фу! Кислое, очень кислое. Ай, ну как ты себе? Самое кислое. Не, нажми очень много раз. Нам-нам-нам, вкусно. Тёма всё любит, он сладкоежка. Теперь идем к другой пшикалке. Пшикалка, которая называется Малдебдола, которая есть две штуки в одну, и напоймем вот. У нас такая идет сигарета, ну хуй, не сигарета, зажигалка Малдебдола. И вот сигарета. И вот тут в ней есть отверстие, чтобы не открывать верхнее. Вот нижнее такое. Открываешь, и там типа бы сигареты. Ну, они резиновые, да? Попробуем на вкус вот это. Сигареты не будем, потому что они там запечатаны. Раз, два, три. Ой, фу. А, вкусно! Ой. Вот это ты хочешь попробовать? Это не, не фу. Я, не. Вот именно. Это я не хочу. Вот это мы боимся вот попробовать. Это мы боимся. Это вообще желейно. Окей, давай пойдем к более приколу. Розовые мобилки. А где твои мобилки? Я его не долго не боялся. Такой мобилки, который уже кто-то хавал. Чуть-чуть такая-такая. Так, чуть-чуть вот так. Нет, он упал. Я думала, главное, чтобы не упал. Я такая, главное, чтобы не упал. Я надо вас бить вначале. И потом будем. Я попробую вот кусочек один. Ну, вообще сладкий. Но вот очень... это я хочу попробовать. А, это вообще на ручка. Это ручка. Угу. Сам еще не пробовали. А, у тебя такая... Да. Теперь мы будем пробовать такие-то тикток, что ли? Нет, стоп. Доги-то. Доги-то. Понял. Выглядит как шоколадочка. Что тут вообще? Ой, это я с ним буду уже отказывать. Там внутри, по-моему, камень. И теперь мы переходим к корне. Он уже так хочет, я ему не могу отказать. Тут еще нутеллы не хватает. Ой, маленький Орео. Вот маленький. Сейчас обличку покажу. Вот как ты это? Вот очень большая пачка. И вот маленький. Нет, да я. Да я. Ты не сможешь. Я не смогу. Что ты сможешь? На, у меня попробуй. Ну ладно, максимум потом. О, такая маленькая Орео. Шоколадный. Какая нежная. Угу. Ну, Тёма, ты хочешь оставлять кушу? Только не перебей весь аппетит. Одну шоколадку. Угу. Всё. Угу. Угу. Ну, окей. У нас есть два варианта. Это или это? Ну, давай пойдем на... Эмика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Чокдак Маквин. Маквин идет как Липтон такой вот. Маквин пик. У нас отверстие. Открываем. Как ты открыл? Ой, тут что-то есть. Смотрите, это как киндер. Как ты открыл? Киндер. У меня попадается... Мел. У него Мелман. Не, у меня... А у меня сам Маквин. Это Мел Маквин, а у меня Мэтта. Мелман. Мэтр, который на кокс одевается. Ого, круто. А это на Мелман. Вот, тут Тёмика такой Маквин попал. Все, я самый крутой. Он его сейчас наклеит. Вот такой выйдет, и вот такой. А там внутри выйдет. А у меня вот такой Мэтр. Вот такие. Что смешно в этой покупке? А, нет, это вообще не Мэтр. По-моему, у меня самое оригинальное. Как? Не, все. Все, которые есть на плите. У меня это, по-моему, вот этот шейф, по-моему. Или это Вонга? О, если это Вонга, это хорошо. Ладно, мы тут не по этой сути, мы идем сюда по этой сути. Вот по этой конфеточке. Кто? Какая вкусная. Ахис. Короче, как клик, такая есть конфетка клик. Только это из-за эха. Ахиса. С ахисом.
Я запуталась. Потом поели. Это мы тоже не ели. Ну давай теперь попробуем киндер, что ли? Давай. Это киндер Супер Марио. Посетил это супер. Это киндер от Елани в масках. Так, что у меня? Ты уже откусывал? У меня. А у меня попалась Олет. Такая печаль. Как ее зовут? Олет. Я давно уже не помню. Есть Олетка, двое и девка. А если ты другие, знаешь? Сказать у всех. Ниндзя есть. Есть лунная леди. Есть. Я вот Кинда с звездочками такой. Я! О, я. Стой, стой. Что, полетел? Ничего, ничего, я сейчас такое сделаю моими руками. Да я. Можно я попробую вот так? О, так что она? Лунная девочка. У меня лунная девочка. Лунная девочка. У меня супергеройка. Не, не супергеройка. У тебя плохой, ты плохой. Ага, сейчас. Я хороший. Ага, сейчас. Пинто сам по себе. Итан, держи вот так. Ага, сейчас не полнешь. Ну. Угу, все, я твой тоже на холодильник. Ну иди на холодильник, он такой смешный. Он все хочет на холодильник. Скоро я его помешу на холодильник. Я собьюсь, не хочу есть больше. Ой, Дема, пойдем. Ради чего? Ты даже не знаешь, ради чего. Ради челленджа, Дема. Ради челленджа я на все готов. Давайте, у нас теперь идет туалетик. Такой порошком таким. Вот сюда очень давно какали, а солнце превратился в порошок. Да, скажи, что туда еще бисер. Я вообще это еще не говорю. На этом, давай ты съешь вот это. А зачем было? Да как не знаю. Все, вы мне надоели. Выслушай. Нет, я вам сейчас упадешь. Да, попробуем конфетку саму без. Давай. Тихо. Давай, ты туалет мне надо. Ну, давай. Вот. Такая сладковатенькая. Порошок открыть нельзя. Если что, я этому порошку надаю, если его не откроют. Так, что у нас следующее? У нас есть последних 4 варианта. Вот это. Вот это. Грибы. Ну, давай пойдем-ка на вот это. Я помню, в том году Тёма получил такие и всё съела, а потом от меня просил, да? А вот теперь у меня вопросик, как я это... А, вот откуда? А теперь у меня вопросик. Открывается наш Дед Морозик. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Это моё, как? Это профессиональное это? Да. Это всего лишь... А, нет. И 5 секунд я открою, надо дать. Это шоу-ка. Да. Вот так какие у нас идут шарики. Орел. Не орел, это все орел уже, Тёма, тихо. Тебе этот орел сейчас угадался. Орел, какие? Прикольно. Я сказала, это прикольно. Куда еще прикольно? У него все рыло, мне надоело. Вот мой метр. Я думаю, может его тоже на холодильник вместе с тобой прицепить. Все, я башня. Теперь последних 3. Давай закончим уже будет шоколадных с этих. Ничего. Это уже тоже у нас мельбон. Я устал. Ничего, Тёма, шоколадку тебе подпадает. Ты меня пытаешь. Это не я пытаюсь, а это тебя шоколадка пытает. Ты виноват. А, какой ты вкусный. Он съел это? Я ему не даю. Вкусный. Я тебя общикаю. Нет. Да.
Он скоро станет пьяным, по-моему. Нет. Это, по-моему, реально. Нет. Вот тогда не надо. Все, сейчас станет. Теперь мы будем открывать грибы. Дай мне твои грибы. О, у меня грибы, по-моему, это не шоколад даже. Какой-то ванильный шоколад у меня. Мне тоже. Опа, открывай. Это не, ванильный, это клубника. Только клубника, не понятно, что это клубника. Честно сказать. Грибак я и не ловила. Получил я и ваши письма и позже. Но тут нужно подумать и решить вот что. Вместо игрушек, которые вы попросили, подарю я вам нечто необычное. Зиму. Настоящую, холодную и снежную. Вот вам билетики. Отдувайтесь потеплее и вызывайте полностью. Куда билетики?